Здравствуй, Верхнекамье! Начнем с новостей краевого уровня. В Пермском крае за два года заменили 228 изношенных лифтов. Новой техникой в общей сложности порадовали 79 многоэтажек. В региональном фонде капремонта сообщается, что план по обновлению подъемных механизмов выполнен более чем на 80%. Новые лифтовые кабины безопасны и комфортны. Они оснащены звуковой системой оповещения, жидкокристаллическими дисплеями, светодиодным освещением, а дверные проемы имеют умные датчики, которые гарантируют безопасность. Также новые лифты работают быстрее своих предшественников и наиболее вместительные. В министерстве ЖКХ добавили, что самое большое количество новых подъемников досталось таким городам, как Пермь, Краснокамск, Добрянка, Губаха и Кунгур. А жители Александровского муниципального округа приглашают принять участие в диалоге с главой местной администрации Ольгой Лавровой. Встреча состоится в уже привычном формате прямого эфира. В ходе разговора глава ответит на самые проблемные вопросы жителей. Их, кстати, можно отправить до 7 сентября включительно на адрес электронной почты, который вы видите на экране, или в комментариях в официальном сообществе администрации Александровска ВКонтакте. Сама же прямая трансляция планируется 8 сентября в 17:30 в сообществе ВКонтакте Александровск официально. А соликамцев приглашают сдать нормы ГТО. Напомним, комплекс ГТО – это часть национального проекта «Демография», направленного на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди россиян. Жителям Соликамска предлагается попробовать себя в 12 видах испытаний, начиная с отжиманий и заканчивая стрельбой с пневматической винтовки. Отправить заявку на сдачу нормативов можно уже сейчас. Сделать это можно через электронную почту или по номеру, указанному на экране. Грамотно выбирайте время для сдачи нормативов. Центр тестирования ГТО работает с 9 утра до 15:30 с понедельника по пятницу. Напомним, 3 сентября по всей России провели международный исторический диктант Победы. Жителям предложили проверить свои знания по теме событий Второй мировой войны. Этими фото с нами поделилась одна из подписчиц. Так проходил диктант в поселке Железнодорожный. Площадкой выступил Троицкий дом культуры. Каждый участник получил сертификат, а в ближайшее время можно будет ознакомиться с итогами. Рубрику «Верхнекамье сегодня» подготовил Евгений Казанцев.